Мечта любого малыша – поводить хоровод возле новогодней зеленой красавицы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В преддверии Нового года для юных славянцев во дворах с города прошли традиционные музыкальные развлекательные программы «Елка нашего двора». Для детворы это настоящая сказка, поучаствовать в которой может каждый. Достаточно одеться теплее и выйти из дома. Тему продолжат мои коллеги. Старый год вышел на финишную прямую. Наступила самая радостная для детворы пора. Каникулы вместе с конфетти, подарками, мишурой, мандаринами и, конечно, Дедом Морозом со Снегурочкой. На прошлой неделе вокруг елки в микрорайоне Кубриз собралось много юных славянцев. Специалисты городского дома культуры совместно со специалистами администрации города Славянска на Кубани подготовили развлекательную программу «Елка нашего двора». Главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Они весело кружили хоровод с детворой и устраивали им различные конкурсы. У ребят было отличное настроение. Мы сегодня здесь играли, пели песни, играли, ходили вокруг елки. Среди участников развлекательной программы 8-летняя Вера Кравченко. Признается, что с самого раннего детства верит в Деда Мороза и ждет главный праздник в году с нетерпением. Я верю в Деда Мороза, потому что он самый настоящий. Если оставить письмо на столе, он все равно его прочитает и положит обратно. И подарит подарок, и родители не могут так. Вся семья собирается вместе и отмечает его. Прощаем все грусти, обиды. И начинаем Новый год. Самая маленькая среди участников программы Ярослава Ефимова. К новогоднему празднику она выучила свой первый в жизни стишок. Дед Мороз идет на Славянск. Он родился, вся до слез. Теплый дождь у нас идет. Зимний праздник, Новый год. Что тут делать? Плачь, не плачь. Надевать придется плащ. Магазин заходит, он просит плащ и капюшон. Новый зонтик яркий, чтоб спасти подарок. Такие развлекательные программы приносят радость не только детям, но и их родителям. Это очень чудесно, что проводятся такие мероприятия в нашем городе, потому что детям очень приятно, очень хорошо, поэтому как бы дети очень рады, довольны таким утренником. Мы очень рады, что попали на этот утренник. Такая же развлекательная программа прошла для юных жителей дома по улице Батарейной, 381. Вокруг елки детвора водила хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участвовала в конкурсах, рассказывала стихи. Под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только старания. Развлекательная программа «Елка нашего двора» также прошла для юных жителей дома по улице Красной, 66. Во время таких новогодних мероприятий ребята окунаются в волшебный мир предстоящего праздника и получают массу впечатлений на весь предстоящий год. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».